Все говорят о том, что город должен быть красивым. Да как же он может быть красивым? Вот, пожалуйста, улица Кирова. Заасфальтировали? 2 месяца асфальтировали. И, пожалуйста, асфальт еще не успел застыть, как является бригада коммунального хозяйства. Поднимает асфальт и роет траншею. А вы говорите благоустройство. Да какое же это благоустройство, когда все, кто в лес, кто по дрова. А ты не волнуйся, не кричи. Горы с полком. Вершинина прошу. Вершинина! Вершинин слушает. Что? Какие снаряды? Товарищи, на Советской улице, в районе 34-й школы, обнаружены снаряды. Много там снарядов? Тонн 30 приблизительно. И почти наверняка склад заминирован. Что же вы намерены делать? По инструкции запрещается трогать снаряды, пролежавшие в земле 15 лет. Нельзя, дядя, дед, проходи отсюда. Снаряды так же опасны, как 15 лет назад? Они гораздо опаснее. Опаснее, потому что к ним нельзя прикасаться. А уж если они взорвутся, то сила взрыва будет ничуть не меньше, чем 15 лет тому назад. Значит, их нужно взрывать на месте? Их положено взрывать на месте. Ну так в чем же дело? А вы знаете, что значит взорвать в этом городе 30 тонн взрывчатки? Что? Стой. Что это за здание? Новый жилой дом. Так вот, от экскаватора и до этого дома будут сплошные развалины. Что же делать? Не знаю. Ну хорошо, раз их нельзя взрывать на месте, так надо увозить. К ним нельзя прикасаться без риска для жизни. Да, брат. Пожалуй, сегодня увольнений не будет. Граждане, давайте пройдемте. Ничего опасного нет. Проходите, проходите. Нечего толпиться. Проходите. Здесь уже были однажды развалины. Сейчас не война. Я не имею права посылать людей на смерть. А мы, в свою очередь, не допускаем и мысли о том, что наш город может взлететь на воздух. Простите, товарищ полковник, но если бы я мог, если бы я умел, я бы сам пошел
и вывез эти проклятые снаряды. Но вы же не можете? Не могу. А вы? Вы куда? Здесь нельзя ходить. Нельзя здесь ходить. По делу мне надо. Я же вам по-человечески говорю, нельзя. Не видите оцепления? Да ты не волнуйся, я все ваши порядки знаю. Тебя еще здесь не было, когда я эти склады брал. Не положено здесь ходить, понятно? Идите, Морозов. И вы с этими ребятами думаете разминировать склад? Они все оцепление держать не могут. Вам что? Возьмите меня с собой. Я всю войну был сапером. 7 лет этим занимался. Ну так возьмете? Куда? Снаряды вывозить. Нет. Я не могу брать на себя такую ответственность. Идите. Товарищ старший лейтенант, снаряд трещит. Это он от солнца. Ну-ка, снимай гимнастерку. Строят людей. Гроб делу. Вот сейчас воробей сядет на твою гимнастерку и... Привет. Кто из вас демобилизован? Я. Я. Демобилизованных это не касается. Кто пойдет со мной, пусть подумает и скажет. На этот раз дело тяжелое. Насколько я понимаю, вы хотите нам помочь. Если вы серьезно к этому относитесь, могу. Только говорите прямо. Да, да. Нет, нет. Одну минуту. Ну, Галич, как дела? 30 тонн. Ну, немножко больше, немножко меньше. Остальное все ясно. Начинать завтра, пока погода хорошая. Так. С шофером у меня не ясно. Советуют Садовникова, но я еще не решил. Новичок, недавно в армии. Ох и заждался я тебя, капитан. Товарищ полковник, вы скоро? Ведь надо что-то делать. Сейчас приду. Василий Макарович, нет. Вы же сами были военным и прекрасно знаете, что я не могу вас взять. Пусть капитан занимается своим делом, и пусть каждый занимается своим делом. Понимаю.
Желаю удачи. Спасибо. Тихо, товарищи! Товарищи, группа солдат под командованием капитана Галича добровольно вызвалась вывести снаряды из города и взорвать их в безопасном месте. Ты что, завидуешь, что ли? Пойду поливать клумбу. Ты что не спишь? Да вот покурить вышел, товарищ капитан. А. Дождя б завтра не было. Спят? Спят. Шофера проинструктировал? Проинструктировал. Ну как? Да черт его знает. Молодой еще, первый раз. Спит? Спит, наверное. Ну, я тоже пойду. Спокойной ночи, товарищ капитан. Спокойной ночи. Дождя бы завтра не было. Не будет. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Да. Товарищ капитан, разрешите мне не участвовать в завтрашней операции? Я не смогу. Раньше мог, а теперь не смогу. Дома совсем уже ждут. И билет в кармане. Разрешите в оцепление уйти? Что ж, завтра пойдете в оцепление. Возьми с собой. Не надо. Сегодня дождя не будет. А? Я ничего. Запрешь? И давай быстрее. Я быстро. Ну, я пошел. Thank you.
это что такое? Чем это его? Автобусом. А сколько время прошло? Около 2 часов. Машин не было, Иван Николаевич. На стол. Как на стол? Сделайте ему операцию в Ахтырской больнице. Он же не доедет. Его и так привезли слишком поздно. Товарищ Кузьмин, здесь пройдет трасса, по которой повезут снаряды. И вообще... Что же вы стоите? Я же вам сказал. Иван Николаевич... Тише, прошу вас. Нас четверо, и мы остаемся. Теперь от нас уже ничего не зависит. Ты им скажи что-нибудь такое, от всего города скажи. Им за это памятник при жизни полагается. Памятник? Ну, ты, в общем, сам понимаешь, что этим людям сказать надо. Понимаю. Скажу. Пожалуйста. А в городе никого нет? Йод. Товарищ полковник, группа к выполнению задания готова. Можно начинать? Давай, Галич, начинай. Приготовиться к работе. Товарищ полковник, по инструкции... Ухожу, ухожу. Спички есть? Ну что ж ты?
Прекратите, Цигнадзе. Зачем так нервничать? Спасибо. Успокойтесь, успокойтесь. А лучше теперь. Курьерский идет. А, черт подери. Перекур. Удержишь? Удержу. Пускай. Полегче, полегче. Братцы, а какое сегодня число? 25-е. А что это ты вспомнил? У меня сегодня день рождения. И сколько же тебе стукнуло? Ровно 20. Такой молодой, уже лысый. Поздравляю. Спасибо. А сегодня не 25-е, а 26-е. Поехал. Смотри, Коль, осторожней. Ни пуха, ни пера.
товарищ капитан! Проводка. Прекратить работу. Волга, я резец. Волга, я резец. Дайте полковника к Велизиане. Бастин, отставить, иди сюда. Скажите, старшина, что полагается делать при обнаружении проводки? Прекратить работу и взрывать склад на месте. Так. Думать надо. Эх, немец, немец. Прекратить болтовню. Лёнь. Что? А вы уверены, что аккумуляторы сгнили? Волна, волна, я резец. Что у вас случилось? Волна, волна! Гарич! Почему не отвечаешь? Я вам приказываю подать декорации. Алло, Гарич! Немедленно прекратите работу! Волна, волна! Что у вас там, черт побери? Почему молчите? Что вы там отлоп? Товарищ полковник. Да. Так, последний рейс. Молодцы. Давайте. Что? Это трещал. Да. Давай. Thank you.
Ничего, дотянем. На второе. Я там сапогами за. Они там с ума посходили, что ли? Курортники. Отгоняй.
Сейчас начнем шум творить. Васин, ты скоро? Я после, со старшим лейтенантом приеду. Сейчас грохнет. А ну давай на всю железку. Устал? Да вроде нет. Ты что это? Тормоза что-то не держит.